Вы смотрите «Полезное утро», мы двигаемся дальше. Вот, Саш, мы с тобой день вегетарианца уже отметили, а, между прочим, сегодня еще один день отмечается – Международный день музыки. Это праздник, посвящается всем причастным композиторам, исполнителям и даже их поклонникам. Кстати, в России Международный день музыки начали праздновать совсем недавно, в 1996 году. Тогда исполнилось 90 лет со дня рождения знаменитого советского композитора Дмитрия Шостаковича. Ну а сегодня в честь праздника по всей стране проходят лекции, концерты, открытые мастер-классы. И мы решили сегодня тоже устроить маленький музыкальный мастер-класс. В этом нам поможет музыкант, преподаватель школы губной гармоники Юрий Синицкий в студии «Полезного утра». Юрий, вас с праздником! С праздником и доброе утро! Тоже с праздником. Всех спасибо. А давайте мы начнем с музыки. Сыграйте нам что-нибудь, пожалуйста. Хорошо. Сразу какой-то в Техас переносишься, да? Потрясающе. Всеми мыслями. Так, ну а теперь... А теперь рассказывайте, как вы это делаете. Повторим. Я это делаю ртом. Это губная гармоника. Да, это губная гармоника. У нас в руках сейчас диатонические губные гармоники. Что значит диатонические? Представьте себе фортепиано, у которого нет черных клавиш. То есть мы как будто бы сейчас с вами играем... Только на белых. Только на белых, да. И здесь, куда мы ни дунем, у нас все равно получится какая-то хорошая мелодия. Все ноты у нас в одной тональности. И плюс класс. Уже у вас здесь ноты собраны, так сказать, в аккорд. Удобно. То есть в каждой дырочке аккорд или в каждой дырочке? Не в каждой дырочке аккорд. То есть у нас на каждой... Дайте... Будем называть не дырочками, а отверстия. На каждом отверстии у нас будет отдельная нота, причем как бы и на вдохе, и на выдохе, но в сочетании 3 и более у вас будет аккорд. То есть это до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до или нет? До. Дальше у нас будет ми. Ми, потом соль. Нет. Казалось бы, да? То есть мы здесь можем сыграть полностью гамму, конечно, но на выдохе у нас будет три ноты. Да, до, ми, соль, до, ми, соль. А играется и на вдохе, и на выдохе. Да. Уникальность этого инструмента заключается в том, что у нас играется и вдох, и выдох, в отличие от других духовых инструментов. Это довольно интересно. А еще руку вы подключали. Это эффект, с помощью которого можно немного менять тон инструмента. Делать его более закрытым, более открытым и так далее. Паровоз. Давайте начнем с того, что просто попробуем вдохнуть и выдохнуть через инструмент. Мы с вами берем между большим указательным пальцем, так, чтобы у вас цифры оказались сверху. Гармошку помещаем в рот как можно глубже. Такой не получится взять в ладошечку гигантскую гармошку. Да, шире открываем рот. И давайте попробуем. Едим прям ее. Да, давайте попробуем сделать сначала вдох. Теперь выдох. Закольцуем. Вдох. Отлично. Стоп. Теперь на раз, два, три, четыре вместе синхронно делаем вдох, вместе потом синхронно делаем выдох. Я буду отчитывать пальцами. Раз, два, три, вдох. Да. Оркестр губных гармоник. Это... Я думаю, что у нас уже, в принципе, получилось неплохо. Пару замечаний, как преподаватель. Чуть более расслабленное дыхание нужно сделать, потому что было слышно, что сейчас немножко аккорд
уплывал вниз, ну, это происходит из напряжения, чаще всего это происходит из напряжения языка. То есть нужно абсолютно свободно, спокойно воспринимать этот предмет как продолжение своего лица, не воспринимать, что это у нас что-то инородное, из чего мы пытаемся вытянуть воздух и вдуть в него, а просто спокойно. Если я начинаю делать это неспокойно, начинается... Как она нервно звучит, да, начинает, и правда. Начинает нервно звучать и не в тех, получается, нотах. У вас тут, да, целый арсенал. С ним. Расскажите, что еще у вас тут есть. Да, я больше играю на диатонических губных гармошках. Диатонические губные гармошки — это вот гармошки... Ух ты, сколько их! Обычно их много нужно, если ты играешь с другими людьми и хочешь с ними как-то взаимодействовать, коммуницировать, потому что это гармоники, в которых не хватает нот. Ага. Как я уже сказал, то есть представляем, что как будто бы у нас пианино, у которого убрали черные клавиши. Правильно, и пусть остальные подстраиваются под вас. А вот эта вот голубоватая, да, большая? Вот это, да. Вот это. И нет, которую первую взяли в руки. Которую вот это. Это у нас хроматическая губная гармошка. Здесь как раз вот эта проблема отсутствия нот решена тем, что здесь конструктив немного другой, чуть сложнее. Здесь есть кнопочка, и когда я нажимаю... Появляются только черные. А, полутона. Да, то есть если у нас здесь на каждом отверстии две ноты, выдох-вдох, да, то здесь у нас на каждом отверстии их четыре. Я могу взять на выдохе, на вдохе и со слайдером получить эти диезы и бемоли. Ну и последняя гармошка гигантская. Да, и еще вот я принес просто показать то, что гармошки есть разные. У меня вот такая довольно необычная гармонь есть. Гармонь прям. Обалдеть. Гармонь. Давайте сравним с диатонической. Это басовая губная гармоника, на ней можно фактически играть партию баса. Она довольно часто используется в гармошечных ансамблях, когда несколько гармонистов, там, у одного есть аккордовая. А покажите звук. Дуньте, пожалуйста, мне. Да. Юрий Синицкий, музыкант и преподаватель школы губной гармоники, эффектно ворвался в наш эфир. Друзья, вот запомните этот звук, пронесите его весь день и занимайтесь музыкой и любимым инструментом, который вам по душе. Нам сегодня губная гармоника. Юрию большое спасибо. С праздником всех музыкантов.